Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило очередной телефонный разговор военнослужащего оккупационной российской армии. Военный рассказывает о плохом обеспечении новых подразделений. В ходе телефонного разговора оккупант отметил, что новым солдатам выдаются автоматы 70-х годов, которые непригодны в боях. Солдаты оккупационной армии бессильны против украинских танков. Самое главное, что ты именно перед кем, не там, где сейчас. Это... Нет, нас же отпустили, вот кто увольняется, уже пришли, заменили нас. Да. Заменили, да. Ну вот, вот это хорошо. То есть, вот да, сейчас... молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего, блядь. Ты представляешь, вот это, которые приехали? Да, новобранцы, да. Блядь. Как... Они, наверное, сейчас в ахуе. Да. Они сейчас отбирают грязные вещи, кто взял старые, блядь, стирает, одевает вот такие, блядь. Ну как бомжи нахуй. Ну, понятно. Оружие хоть дали им? Ну, автомат дали, вот у них 76-го года, у них 78-го года, вот такие автоматы. Одни кривые стреляют, вот у меня более-менее попал, некоторых вообще, блядь, куда-то... Серьезно, оружие не дает, а передок кидает. Танк как можно, блядь, гранат и, блядь, автоматом танк можно, блядь, ебашить. Да никак, братан. А что, братан, у батальона взвод противотанков нету туров? Вообще нету, только танки стоят чуть подальше, танки стоят и все. Они координаты дают, они туда не попадают, даже где танки хохлятские стоят.